Что ж, продолжение матча идет. Не знаю, что там случилось. Твич тупит. Подлог. Что же, у нас тут Фишер не забил. Может, в этот момент недели Фишер не забил 1-1, вратарь спасает. Пока в этом матче ничего не ясно. Ну, здесь как бы от Альмери уже какие-то навесы, по-моему, уже больше половину тайма уже они присутствуют. Фишер 1-1 выход вновь. Мне кажется, Виктор Фишер очень плох. Даже если у него канда хорошая вся, но он очень в этом плане что-то плохо. Как-то он ему дает такие моменты. И, не знаю, Рибери нет, конечно. Сдох Рибери. Без него сложно. Навес. Мне кажется, все-таки еще раз навес залетит. Эти прострелы всякие дрочерские делаются. Ну, Альмерия понятно как играет. Но ничего, я надеюсь, что Мурьель красным будет, он покажет всю силу дроча, когда мы с ним будем играть в Лиге Европы. Но мне, если честно, вообще пофиг на результат. Но мы ему покажем. Покажем ему. Ненавижу вот эти тупорылые прострелы вдоль ворот, типа на шанс того, что ты получишь, короче говоря, этот гол от защитника там какой-нибудь или еще что-нибудь типа того. Ну, посмотрим. Восемьдесят шестая минута матча, отбивается Бавария. И в офсайде, оказывается, у нас тут игрочок. Фишер с мячом. И Витя, что придумает? Очень плохой пас. Фишер худший игрок Баварии в этом матче. Отметил бы Алькантару и Классена. Они отлично играют. Суперски. Алькантара! Удар! Ужас. Классен. Фишер. Фишер. Удар. Не точно. Но что-то тут Пастор очень сильно транжирит моменты. Есть один навес в Альмерии. Ходит он туда-сюда, но, ребята, мы видим сейчас просто полное дерьмо вообще. И все. Бавария выиграет. Заслуженная победа. Было круто, но все-таки переиграл Пастор. Может, по скиллам, может, еще что-то. Ну, короче говоря, от Альмери дерьмовую игру я увидел. Бегает туда-сюда, ничего интересного нету. Навесы, забеги. Класс, он просто суперский гол. Летит такая торпеда. Вот он, первый гол, Адебайор тут. Первый отсек. Получает мяч. Вот тут, кстати, травма должна была быть. Не знаю, есть ли она или нет, но, может быть, тем самым заменив, он скрывает ее. Тут Муссон забивает. Алькантара, походу, две голевые передачи дал и гол забил. Ну, не полное, но преимущество, короче, Пастора. Спасибо за просмотр.